самый, в общем, первый это для нас, это был холод. И это, конечно, был для нас очень шок. Это было самое сложное, конечно, заходишь, в общем, вот сразу, во-первых, не в вашей национальности, а потом ребенок почувствует отношение, что, в общем, он не ходит к врачу, к дяду, в общем, который сейчас ему больно сделает. И это тоже очень играет большую роль. Я только, в общем, в отпуске был только на один месяц за мои 7 лет работы. Здоровье моих маленьких пациентов. Это для меня это самая важная цель. Вот так. Да. Отлично. Там не забываем, не затягиваем сильно. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Бердо, вау. Погонцы.